Белый микроавтобус со специальной наклейкой курсирует по городу и району. Специалисты различных служб и отраслей в составе рейдовых групп ведут проверки многодетных, неполных, приемных или неблагополучных семей. Причин, по которым семья может попасть на учет, множество. Например, подрался ребенок в школе или в семье есть опекаемые дети. Рейдовые мероприятия велись в течение всего года. Например, педагоги школ семьи, состоящие на учете, посещают ежемесячно. Врачи, педагоги, специалисты центра занятости, социальные службы, полицейские, пожарные сегодня побывали в трех семьях. О своем посещении рейдовая группа не предупреждает, поэтому одной семьи дома не оказалось. Обращали внимание на состояние электроприборов, гигиену, наличие у детей игрушек, полноценного питания. Здоровье детей проверили врачи. Социально-бытовые условия хорошие в одной семье и во второй тоже. Дети здоровые, больных детей нет. Гигиенические условия хорошие. Достаточное количество продуктов питания. То есть на данный момент дети не голодные, одетые, обутые. Достаточное количество у них учебников, есть игрушки. И гигиенические условия позволяют нахождению этих детей в данных семьях. Специалисты отдела по делам молодежи вручили буклеты с предстоящими мероприятиями. По итогам обследования составили акты, которые проанализируют эксперты. Рейдовые группы с контрольным визитом в декабре до 29 числа посетят 257 детей. У белого микроавтобуса полно работы, ведь где-то ребенок может ждать помощи.